среду в оранжевой вырядилась полстраны. Жители Нидерландов отмечают день рождения своего короля. И по этому случаю подданные носят одежду и шляпы цвета, который считается национальным. Вильяму Александру исполнилось 49. С супругой Максимой и тремя дочерьми он прибыл в город Зволле, где королевскую семью поздравляли все желающие и просто гуляющие. Прабабка, бабка и мать Вильяма Александра всегда отмечали день рождения 30 апреля. После отречения матушки королевы Беатрикс в 2013-м, взошедший на престол новый король эту традицию отменил и стал праздновать день рождения 27-го, когда он, собственно, и родился. В Амстердаме по случаю Дня короля устроили многочисленные ярмарки. В этот день все тащат из дома на продажу разнообразные вещи, поскольку только сегодня торговля не облагается налогом. Ирис продает книги прямо на пороге своего дома. В Нидерландах только раз в году можно что-то продавать, так что все выносят игрушки, книги, одежду. Мы пытаемся продавать, а люди все скупают, как ненормальные. Обычная практика в такой день – купить в супермаркете пиво и продавать его прямо у входа в тот же магазин по двойной, а то и тройной цене. Но некоторые стараются приготовить что-то особенное, говорит Жером, турист из Франции. Мы специально приехали на День короля. Нам нравится атмосфера. Несколько лет просто наблюдали со стороны, а сейчас решили, что можем и сами что-нибудь продать. Приготовили пирог киш, такая типично французская еда, киш Лорен с беконом. Словом, добрая традиция позволяет подданным и туристам слегка нажиться по случаю королевского дня рождения. А те, кто ничего не покупает и не продает, просто гуляют и катаются на лодках, потому что выходной. Да здравствует король!